Сотрудники правоохранительных органов Ленинского района при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» провели обыск в одном из домов деревни Жабкино, в ходе которого были обнаружены и изъяты 56 растений в горшках с землей. 21 растение, что является особо крупным размером, согласно справке об исследовании, относятся к наркотикосодержащим растениям. Занимались выращиванием конопли двое уроженцев Москвы 1986 и 1988 годов рождения. Следователем Следственного управления МВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом А части 2 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации. Аграриям из Жабкино, Видновским городским судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.